В машине времени назад я дал бы тягу. В май 45-го в дымящийся Берлин сквозь ликование пробился, встал к Рейхстагу. И долго-долго мел ломая выводил большими буквами: товарищи, родные, прочтите, это ваш потомок говорит. У нас тут в будущем дела совсем худые, как будто мир у рва расстрельного стоит. Чтоб этот мир спасти, вы столько заплатили, как никогда и никому не заплатить. И как бесценный дар вы нам его вручили, с наказом бдительно и бережно хранить. Но то, что даром достается очень редко, умеем мы ценить, тем более беречь. Что испытали корни, знать не хочет ветка. Зачем весной вести о прошлых зимах речь? И мы, не знавшие блокадных зим, брюзжали в тепле и сытости и делались нежней. Секрет стальной закалки вашей утеряли, и с каждым годом становились все ржавей. Не изготовишь молота из чушки ржавой, щит из нее не выйдет, и подавно меч. Вот потому, когда давала крен держава, кто ее мог бы от падения уберечь? Все то, что вы в боях смертельных отстояли, мы, испугавшись, что покоя нас лишат, продали, отдали, попрятались и сдали. Без боя Киев, Ленинград и Сталинград, заводы, воды, башни, знания, культуру, как под гипнозом поднесли в одном клубке владыкам новым, и почудилось, что фюрер нас поощрительно похлопал по щеке. За страх, за то, что мы так поступили с вами, нас обрекли с тех пор все время жить дрожа, утратив главное, трястись над мелочами и бегать даже от картонного ножа. Нас наказали тем, что мы теперь не знаем, как уберечь детей от мерзостей и лжи, как рассказать им, что мы родину теряем, что счастье — это не количество маржи. Нам в наказание вернули полицаев, и мы им трусим даже просто в морду дать. А не Хайль Гитлер, мы их только порицаем, но их так много, что им попросту плевать. Они про ту войну нам фильмов наснимали и в документах подтверждение нашли, что перед боем вас в НКВД пытали, и вы поэтому на смерть без страха шли. Зачем я это написал бы на Рейхстаге? Хотел поплакаться, а может попросить, чтоб наши там подняли боевые флаги и мир насилия до конца пошли громить. Чтоб у нас в будущем сложилось все как надо, но сам себе ответил: не беги к отцам, бери их меч и путь к победному параду, как и они тогда сумей проделать сам. Бери их меч и путь к победному параду, как и они тогда сумей проделать сам. Телевизор крутил старый фильм про войну. Сбитый юнкерс, былая в болоте тону, бронепоезд.
поезд прицельным зенитным огнем превратил в один миг аса в металлолом. И спросил удивленный сынишка тогда: пап, а правда умеют стрелять поезда? Ведь когда нас на море возил паровоз, никакие он пушки с собой не вез. Правда, молвил отец. И не только стрелять поезда на войне могут, даже летать, как летали они, точно ангелы в ад, над водой хлеб блокадный возя, Ленинград, как железные длинные руки страны, поезда лезли в самую гущу войны. И хоть смерть тут и там стерегла горизонт, все от танков до соли тянули на фронт. Смерть в истерике била по этим рукам, а колено ломало их напополам. А они, растирая все муки в муку, все тянулись к Берлину, к ее ходоку. Но для наших они в те суровые дни материнским родным рукам были сродни. Вспоминают о них со слезами в глазах тех, кого в санитарных спасли в поездах. Тот, кто чудом в последний вскочил эшелон, когда город родной полыхал, как картон, с пистолетом пустым на подножке стоял и вернуться сюда себе клятву давал. Знают дети войны, знает каждый боец, фронтовая теплушка — лучший дворец. Только здесь встретишь столько прекрасных людей, столько чистых и теплых услышишь речей. Я не видел войны, но ты знаешь, сынок, когда слышу в ночи паровоза гудок, вдруг во мне просыпается кто-то другой, кто с платформы идет с черным юнкерсом бой. И товарищи крики ни шагу назад, в одночасье на все изменяют мой взгляд. Сквозь ту чушь, что казалось важною мне, вижу главное, Родина снова в огне. По ней, как по тому, бронепоезду бьют, она рвется вдаль, не меняя маршрут, по великой железной дороге своей. Я должен быть с ней, я всегда буду с ней. Держим оборону, наш отряд приказом вкопан. В эту высоту, где все превращено в руины, вдруг, как наваждение из немецкого окопа, зазвучала серенада солнечной долины. То ли их радист спешил поймать волну в эфире и случайно радио Америки нащупал, но на две минуты стало очень тихо в мире. Музыка войну вогнала в ступор, словно треснул ад, и из расселенный луч солнца не сходил на нас, и смерть свое втянула жало. А я, глядя с ненавистью на тела тевтонцев, спрашивал: вот этого вам дома не хватало? Вот уж осень, нашим детям в школе бы учиться, а не умирать в подвалах от снарядов ваших. А всем нам, кто не пускает вас к родной землице, на заводы бы сейчас, да к ладоням Пашин.
Из пещеры древней, где все страхи жили вечно, выпал шанс нам первым в мире проложить дорогу в край, где все народы смогут жить по-человечьи. Вы нас в огонь за это и на горло ногу. Но довольно много чести сердца на вас тратить. Лучше от души на вас растрачу я обоймы. Землю нашу захотели, обещаю, хватит. По 2 метра каждому, уж будьте вы покойны. Высоту не отдадим, родину тем паче. И спасем Америку, поющую за морем. Потому что бьем мы вас за всех, кто нынче плачет. За весь мир, который вы утопили в горе. Мы избавим мир от вас и от капитализма. Это он из немцев сделал шайку людоедов. Его цель повсюду разжигать костер нацизма и себе на нем готовить жирные обеды. Если мы костер этот навеки не потушим, через время он опять до неба разгорится. Нашим внукам выжжет разум, зрение и души. Значит, нам никак нельзя дать этому случиться. Нам любой ценой мир нужно вырвать из потемков. Как Господ не станет, тут же стихнут канонады. Будут в солнечных долинах жить наши потомки, счастье строить, петь своим любимым серенады. Будут в солнечных долинах жить наши потомки, землю украшать и петь любимым серенады. Поздняя осень, злая пурга, смерть под Москвой ломает рога. Дрогнул впервые, раненый в бок, грозный немецкий танковый бог. И Париж, и Белград на коленях стоят, но никак не стоят на колени 28 солдат. Гимнастерка гори, рот землею забит. Непомерные муки солдата переплавляют в гранит. Этим гранитом у крайней черты стали ребята из Алматы. Инчью заслугу попробуй измерь, в спину потомки стреляют теперь. Кто-то сытый изрек: этот подвиг подлог. Закопал настоящую правду пропаганды совок. А ему подпевал хор предательских жал тех, кто кроме лечебной диеты горше страданий не знал. А на экране красочный бой, розовощекий воюет герой. Быстро и просто, как стадо коров, уничтожает несметных врагов. Остановил панфиловцев взвод, пару десятков танков всего. А этот парень спокойно один смог разобраться со злом мировым. Что ж нас так опоил, что чужой черный ил? Мы едим вместо нашего хлеба изо всех своих сил. Культивируем вшей чужеродных идей. И молчим, когда враг в свои танки тянет наших детей. Пусть снова осень и злая пурга, кто нас бодает, сломает рога. Будь то огонь или жирная ложь, стержень панфиловский ты не согнешь. Древности кован сей стержень святой, родины нашей хребет становой. С ним и по смерти в атаку идут, павшие рядом с живыми встают. Так бывало не раз, в самый тягостный час.
Полк бессмертный спешил на подмогу, загораживал нас. Здесь шагают сыны, соль великой страны. Здесь Панфилов, Клочков и Даватор, грозный мамы шулы. Здесь Панфилов, Клочков и Даватор, грозный мамы шулы. Стоит на Волге, на реке седой курган. Теперь уже не видно его тяжких ран. Над городом степным он высится угрюмым часовым. Он помнит, как в далекий 40 страшный год по городу бил молотом германский черт. Лупил со всего зла, чтоб после и трава здесь не росла. Выл пушечных стволов орган, вулканом закипал курган. Он стал гори горой, но шел за строем строй, за родину стоять на раскаленном склоне. Сталинград, Сталинград, вести дней Сталинград. Для тевтонцев были на одно лицо. Неполноценный сброд Гаврил, Давид, Риги, Монтас, Ашот. И вместо хлеба сеять вам пришлось свинец, чтоб рухнул и свернул бы шею наконец. Ирины этот клан, принесший мрак из просвещенных стран. Вы опрокинули курган и плюща позвонки врагам. Понесся исполин и врезался в Берлин, да так, что и поныне в дрожь бросает имя. Сталинград, Сталинград, 200 дней Сталинград, лил с небес торжество трубя. Стоял Сталинград.
Проснулись все, кому спалось, на небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял, едва дыша, и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды не спить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив встал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал, горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть, и ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок, за хлеб и зрелище мешок, мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нету Гитлера на вас, тогда б вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном, солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. На душе от веселой сказки хорошо, как от шашлыка. Жили братья по соседству, словно с правой левая рука. Жили, как наставляли предки, чтили труд, дух был добр и тверд. Но однажды ночью к брату младшему в дверь постучался черт. Он тебе объедочки отдал.
самого от злата и камней ломится подвал. Он тебя высосет, как водку, и заест твоей женой. Если ты его сейчас не свалишь, не останешься живой. А еще есть документик, что тебе не брат. Только пусть шевельнет рукой, и на стороне я моя вся дружно встанет за тебя стеной. Она всем заступница, кто слабый и обиженный судьбой. Чайник. Он схватил камень да топор, выбил брату стекла, зарубил собаку и поджег забор. Ясень родовой спилил, да тот к нему же и упал во двор. И забор пламенем объятый подпалил дом его и сад. Взвыл несчастный поджигатель, смотрит, черти во дворе кишат. Вроде тушат, а на деле посильнее огонь раздуть спешат. Унесли черти в суматохе все добро, с деньгами мешок. А тот, кого он приютил, жену за косу в поле уволок. И к утру богатая усадьба превратилась в уголек. С той поры пролетели годы, младший брат жив да нездоров. В иностране у черта служит главным по мытью полов. Понять не может, как он наломал таких ужасных дров. Плачет таблом, где были счастье, брат, семья и милый кров. Сказка ложь, да не без намека. А они тут не глубоки. Пускайте в дом чужих, покрепче запирайте все замки. Черти вечно ищут те места, где созревают дураки. Давным-давно Ливонская рать стальною свиньей шла Русь воевать. Григорий IX, каратель заклятый всех еретиков и несчастных котов, послал крестоносцев громить Новгород и Псков. Вперед, вперед, крестовый поход, кто папу не чтит, тот скоро умрет, и русичи диких найдут наши пики. Возьмет их детей пламя наших костров, здесь властвовать будет наш орден во веки веков. Бьет вдали набат третий день подряд. Поднимайся, люд православный, у ворот супостат, покрестясь на храм, поклонясь матерям. Александра Невского войска вышла навстречу псам. Ударил Невский силой такой, что тут же свинья пошла на убой. Григорий IX
Десяты крыл рыцарей матом, узнав, что отделав их, как сосунков, погнали босыми на суд Новогород и Псков. Они брели в апрельских снегах, прозрение позднее зрело в мозгах. Нам черт в уши канул, когда клялся папа, что Русь — это край мужиков-дураков. Вранье их смекалка и стойкость достойны богов. Кто из них живой родился домой, заклинал детей не сметь ходить на Русь войной. Но чужой урок не бывает впрок. Шли их дети в разные годы с войнами на восток. И кто потом назад приползал, сородичам те же слова повторял. Коль жить вы хотите, на Русь не ходите, она как фамильные грабли для нас. Рискнешь наступить на нее, тут же вышибет глаз. Ни хитрец, ни плеть, никакой огонь Дух Святой Руси не заставит превратиться в ливонь. Разгорячен, прет сюда свечом, Александр Невский остудит озере Чудском. Слишком дорогое купание в озере Чудском, в озере Чудском. Нас никто штурмом не брал, все ворота мы сами открыли. Даже тем, кто до крови кусал, без враждебности жить предложили. Они были поражены тем, что мы безрассудно беспечны, что придуманный комплекс вины так покорно взвалили на плечи. А вины насчитали нам лес. Это он и надменно Европы, это наш азиатский замес. И масштабища наши циклопьи, продолжая к нам в дом проникать, многоопытная заграница стала нас у корней подгрызать. Без корней легче договориться. Она сгрызла ученых врачей, придушила кинематограф, обглодала учителей, и свой глобус пропил географ, прогрызала дыры в мозгах, чтобы тряпки туда вконопатить. Наша воля лопалась в швах и совсем продырявилась память. И когда уже стали в глаза называть нас тупая нелепость, я, решив, что так дальше нельзя, превратился в Брестскую крепость. На клочке материнской земли я твердел в круговой обороне, чтоб хотя бы его не смогли оккупантов вытоптать кони, чтоб хотя бы детей не отдать в лапы их садомитской культуре,
Мне бы раньше пойти воевать, но нас очень хитро надули. Мир плясал вокруг дудки врага, и предатели сласть жировали. У нацистов окрепли рога, им юродивые подпевали. И казалось, до пропасти шаг. И когда эта пропасть разверзлась, в небо взвился вдруг родины флаг. Это билась еще одна крепость, и другие бились вдали. Все в дыму, но полны жизни, значит, всех подкосить не смогли благодетели нашей отчизны. И я понял, дайте нам срок, мы сметен этой нечисти ворох. Наш народ не сотрешь порошок, его можно стереть только в порох. Не дай бог вам с огнем лезть к нему, проверять того пороха силу. Он врагов не бьет по одному, он их рейхами валит в могилу. Но урок давний впрок не пошел, и спустя всего два поколения новый рейх у порога расцвел. Хочет дани и повиновения, сколько раз объяснять дуракам. Наших дедов слова повторяя, мы все выплаты вам по счетам совершаем 9 мая. Что ж, опять объясним дуракам, наших дедов слова повторяя, мы всегда по любым вам заплатим счетам каждый раз 9 мая. 9 мая. Ждите 9 мая. Я солдат Второй мировой. Я бы мог остаться живой, не взрывал бы тех фрицев вместе с собой, сдался в плен, был бы живой, был бы жив и восек железняк, не нырни он с гранатой под танк, он не дал раздавить медсанбат, и за это сам в глину был вмят. Прошлой ночью во сне автандил с виноградной лозой говорил, он был лучший в Грузии, делал вино, если б дзот, если б дзот собой не закрыл. Сколько б нас воротилось назад, в Кострому, в Алмату, в Киев, Фрунзе, в Баку, в Ашхабад. Скольких мук ленинградцы могли бы сбежать, сколько сел белорусских не стали бы сжигать, и по горло в кипящей крови не стоял Сталинград. Если б каждый из нас отступал, не страну, а себя бы спасал, норовил от войны увильнуть, подставляя товарища грудь. Если б мы, как Европа, легли тряпкой, чтоб нами мыть сапоги. Ну зачем эти «если», браток? Ты б не смог так, и я так не смог. Каждый раз, когда мир на смерть бьют, для него мы последний приют.
прикрывать и лечить каждый раз. Его некому, кроме нас. Я солдат Второй мировой, не посмел я остаться живой. Разбирая события обломки, разгребая истории ссор, интересно, какой же потомки нам с тобой огласят приговор. Препарируя нашу эпоху, глядя в стекла придирчивых лук, снимут шляпы с почтительным вздохом или скажут, что век наш был глуп. Вдруг похвалят, что вовремя четко мы нелепый союз разнесли. В самом деле Литва и Чукотка побратимами быть не могли. Восхитятся, что мы толерантно прекратили гнобить подлецов, что укурвел теорию квантов знаменитый профессор Яйцо. Времена одинаковые, как близнецы, уже в прошлом, что сделали наши отцы. Руль машины сегодня у нас. Так куда держим путь? На вершину горы или в грязь? Ценят потомки родные то, что мы перестали пахать, побросали ремесла земные и ушли интернет обживать. Заразились в нем белой гордячкой, ни указ, ни псалтырь, ни Коран. Нрав у женщин стал груб, как кусачки, а мужчина залез в сарафан. Когда ты будешь бодро и смело вдаль шагать за блеснувшей звездой, приглядись, не блестит ли то белый зад того, кто играет тобой. А дурачит людей очень просто, ты поди заслужи их любовь. Будь как теплый таинственный остров в отмороженном море дельцов. Наживаться на людях так просто, ты поди заслужи их любовь. Проживи свою жизнь достойно, чтоб не знать от потомков плевков. Времена одинаковые, как близнецы. Куда мы идем? На вершину горы!
словами не помогут ни нытье, ни уважительная причина. Просто стисни зубы и будь мужчиной. Жизнь прожить, как поле перейти. Поставят перед выбором и некуда деться. И надо выбирать, кто ты, плюс или минус. Чистый кристалл или мутная жидкость. Целая или только половина. Недоросль или все же мужчина. Жизнь прожить, как поле перейти. Поле, где кругом зарытый.